Так, что это за коллектор? Это водопад, я же тебе говорю. Из трубы. Не. Что там, что там, что-то село? Что у тебя там черное? Бургер платит, тем, кто их снимает. Нет. Да. Нет. Что же, просто так дурачки они ходят? Вот так вот ходят с приятелями, с друзьями, они их снимают. Нет. Никто никому не платит, ты что? Как это? Это такой конфиденциальный разговор такой. Не выкладывай, только не выкладывай, как все любят говорить, да? Не всякие даже не просто. Котиков. Как он там? Мелодичек. Ты просто нажал на эту штуку. Она снимает или нет? Да, она снимает. Там точечка горит. Но он не фокусирован. Точка красненькая догорит? Горит? Антон. Да. Вот спорим, что она не пахнет. Понял? Такой вонючий клуб здесь. Я его... Ты слышал? Перегрыз. Тут вонючий клоп, но он я его перегрыз. Заметил. Давай кинем. Так, кстати, очень близко снимать. Ну что, пойдем? Ты боишься крапивы? Вот, давай на тебя попробуем. Крапиву. Ну что, пойдем куда-нибудь еще погуляем. Можем к моргу пройтись. Хочешь? Не хочешь? А я потом это не выложу. Сиськолёты эти. Пойдем. Пойдем. Мы крапиву же показали, да? Как, ну, что у нас в Москве крапива растет. Мне мама смс-ки пишет. Так, нет, я тебе хочу надо пойти за доставку. Господи. Пошли. Надо вот... Ой. А, вот это вот колется на самом деле. Пойдем. Вот проверили. Эти семена вот эти вот, ты можешь руку подставить сюда, они будут колоться. Нет, я не буду больше. Пойдем еще какие-то словить. Все, можешь выключить. Антоныч, пойдем. Там что, опять бобер, что ли? Смотрите, кидает. Это такая, у меня такая длинная рука просто. У меня так флешка закончится, она на 8 гигов всего. Видео такой же эффект сохраняется, когда идешь. Смотри, клеют их, видишь? Все, Антон, мне надо кое-что плохое сделать. Нет, без вот этого, все. Давай, серьезно. Ты на это сняла? На все сняла. Здесь очень грязно. Здесь тоже не чистят? Нет. Блин. Да смотри, мышь по деревьям лазит. Офигеть. А что он там? А если ей насыпать? Чего? Это я вижу, вон она сидит. Она должна вернуться. Почему она должна вернуться?
он обратно-то поплыл, а? Он как-то голову плохо вытаскивает, да? Ну как умеет. И двумя лапами. Ага. Офигеть. Воу! Так он ржачный, да? Ну как в цирке, просто смотри, по кругу плавает. Да. Может, он оттуда и сбежал. Чуть по голове ему попали, изверги. Да. Надо было другую выйти. Что, плохо у тебя видно? Ну, что, головой ничего нет. А, ну ладно тебе. Да кто ж знал? Я же тебе сказал, что здесь бобры есть. Я тебе говорил, что их здесь нету. Я говорил, что их очень редко можно увидеть. Ну, мои, видишь, видели. Ну, вот мы сейчас тоже их наблюдаем. Поэтому ничего нет. А вон еще вот плывет маленькая. Так, бобер, давай сюда. Вот такая подумала, что мы что-то раздаем. Так ну и пошли в жопу, видишь, такая развернула. Только трындули, если, да? Ну, они могут вот кидать в другое место? К нам, например, сюда. Ну, да, ну потому что... Там все в крапиве. И чё? Вот, я держу крапиву, вот. Нашёл белую спелую. Усраться теперь нашёл. Ну, вон малина сколько. Я вот сейчас хочу её это самое поснимать, потому что я в первый раз в жизни вижу, что малина растет в Москве вообще. Там и спадает. Сейчас, прикинь, трынь они и это самое. Блин, там этот. А вот ты видишь, оно жужжит, вот эта вот штука. Да, а я не знаю, что это такое. Ну, так столбов понаставили. Вообще-то это Билайн. Ну, вот как мне рассказали, это Билайн, вот да. Вот это вот Билайн? Да. Один Билайн и все? Ну, якобы да, то, что... Ну, короче, не знаю, почитаю в интернете. Все, пойдем теперь гулять в парк. Да, в парк? Ну, махни ты хоть головой-то. Ой, блин, ладно, пошли. Иначе пойдем домой. А живем мы здесь. Все, пошли, можно уже. И тут звучит песня группы «На-на», упала шля. Все, давай. Короче, как в паблике ВКонтакте, как они... Сейчас охрана выйдет и все, как они вот так сидят. Я не помню, как они так делают. Вот так они, по-моему, делают. Типа, закончился бензин. Все, это была Наташа Гром, всем пока. Грязь, грязь!